«Замена» переведено и озвучено релиз-группой Goa Sound совместно с Cactus Team. Ура! В школу осталось ходить лишь 8 лет. По крайней мере, волшебные родители развеселят меня. Да, стоит только подумать, что они всегда будут со мной, и сразу становится веселее. Пока, Тимми, мы уезжаем! Почти готовы. Я не я без макияжа. Вы покидаете меня? В точку, Тимми. Согласно правилам, все волшебные родители каждые 450 лет должны подтверждать свое звание в волшебной академии. Как видишь, наш срок уже истек. Я буду без волшебных родителей? Лишь ненадолго, дорогой. В то же время... Мы позвонили в агентство волшебных родителей, и замена прибудет уже в любую минуту. Да я прямо провидец. Меня отправило агентство. О, еще один волшебный чел. Какое у тебя крутецкое имя? Вольтрон? Капитан Запула? Мэсбро? Я Джефф, не трогай колокольчик. Для волшебного родителя ты довольно мал. У меня есть палочка, у меня есть крылья, что еще вам надо? Ладно, ребята, можете идти, но не задерживайтесь. Хорошо, Тимми. Пожелай нам удачи. Ну что, мистер и миссис Веселье уехали. Так, а что там в холодильнике? Ща проверим. Ты должен исполнять мои желания, помнишь? О, точно, я же волшебный родитель. Так, а что хочешь? Как насчет игрушки? Крутяк! Да, на игрушках я собаку съел. А почему бы нам не отправиться на пляж? Это будет весело. Как пожелаешь. Веселись, малыш. Лоховское ведерко с лопаткой? В чем дело? Ну ты же знаешь, что в это время на пляжах просто не протолкнуться. Тебе нужно представить, что ты уже там. Используй свое воображение, Джимми. Тимми. Майк. Тимми. Фрэнк. Тимми. Билли. Тимми. Джордж. Тимми. Джонни. Тимми. Джеки. Тимми. Куци. Тимми. Доминик. Тимми. Вася. Тимми. Петя. Вот и Академия волшебных родителей. Все не так плохо. Осталось лишь ждать пару легких тестов и сможем вернуться к Тимми. Без запары! Кто-то сказал запара! Добро пожаловать в Академию фей. Я верховный фей, Джорген фон Стрэнджел. А это мои мускулы. Надо бы и мне подкачаться. Я здесь, чтобы сделать вас мужчинами. Даже из женщин? Да. Так ты волшебный родитель? А где твои крылья? Слишком по-бабски. Джетпак. Хорошо. А где твоя волшебная палочка? Это для слабаков. У меня такая. Есть еще вопросы? А сейчас 8-километровая пробежка по пустыне с разбитым стеклом. Побежали! Эй, а разве ты не должен делать что-то волшебное? Я только что переключил канал с силой мысли. Да, ты использовал пульт. Ладно, что ты хочешь? Как насчет шоколадного коктейля? Ты меня обманул! Это прыгалка в коробке! Я хочу молочный коктейль! Это коктейль из прыгалки в молочной коробке. Спасибо за коктейль, малыш, так расслабляет. Не стоит благодарности. Как насчет новой игры на компьютер? Я не сильно шарю в компах, но держи. Что это? Это робот. Его нужно вставить в компьютер. Вот так, смотри. Отлично! Ты сможешь сделать огнетушитель? Нам крышка, да? Ну да. В качестве награды за быстрый бег вам нужно будет отжаться. Звучит неплохо. 18 миллионов раз, начали! Раз, два, три, четыре. Ты хоть что-то умеешь, кроме делания игрушек? Я могу плакать, смотри! 2 миллиона один, 2 миллиона два.
Мое шестое чувство бьет тревогу. Что-то не так с Тимми. И куда это вы собрались? Извини, но Тимми всегда на первом плане. Можете, пожалуйста, подтвердить наши новые лицензии? Мы свободны! Как же я рад вас видеть, ребята! Хочу, чтобы пожара не было! О-хо-хо! Привет! А что здесь происходит? Санта-Клаус! Это он! Отстань от меня! Санта, что ты здесь делаешь? Сейчас же лето! Ну, Тимми, я тут кое-что потерял и хотел бы вернуть... О, вот ты где! Джимми опять переоделся феей? Ну ты проказник! Да, он самый натуральный ленивый северный эльф! Я так и знал, вот почему он мог делать только игрушки! В добрый путь, маленький эльф! Меня зовут Джефф! Джефф, у меня есть личность! Личность! Я не один из твоих многих маленьких помощников! Один из них! Расскажи другим обо мне и не забывай те чудеса, что ты видел сегодня! Расскажи мою историю! Мою историю! Привет, Джефф! Будь одним из нас! Нет! Так, ребята, вы получили новые силы. Поможете мне с уборкой комнаты? Конечно, Тимми! Отличная работа! Да, я не знаю своих возможностей. Ха-ха-ха!